Ты что, думал, твой член круче твоего языка? Это фиаско, сладкий. Весь Liberty City потрясен сегодняшним преступлением. Утром полиция и специальные службы работали над устранением чрезвычайной ситуации, вызванной нападением на полицейский конвой. У нас пока нет никаких сведений о личности заключенного, а также о том, какая преступная группировка несет ответственность за это дерзкое нападение. Согласно полицейским сводкам, ранним утром тюремный конвой покинул участок, чтобы перевести заключенных в городскую тюрьму. Жестокое нападение произошло на мосту Каллахан. Большинство свидетелей преступления погибло при взрыве, в результате которого был разрушен мост. Полиция считает, что при взрыве также могли погибнуть заключенные. Мы получили комментарии от пресс-службы департамента, они считают, что нападение было совершено профессионалами. Установление личности сбежавших осложнено ввиду хакерской атаки, полностью отключившей базу данных в тот же день. Из-за катастрофы весь Портленд остался отрезанным от города, так как планируемый тоннель между островами еще не построен. Эй, девочки, открывайте уже! Ну давай, шевели жопой, а! Мне ничего не стоит отстрелить тебе яйца! Ладно, ладно, валите! Подожди меня тут, пока я потолкую с Лыджем. Эй, дамы, батя в здании. Готовьте занят. У Лысого там какие-то дела наверху. Занятой человек, да хуя дел. Ладно, похуй, слушай, мне нужно, чтобы ты привез сюда... одну из моих телок, ее зовут Мисти, заберешь ее из клиники и привезешь сюда. Имей в виду, если твой хуй выскочит из штанов, ты выскочишь из окна самого высокого здания в Либерти-Сити. Все, пиздуй. Привет, красавчик, я Мисти. Луиджи сказал передать тебе это. На, работай.
На улицах Либерти-Сити появился новый сильнодействующий наркотик под названием Спэнк. Какой-то гондон впаривает эту дрянь моим тёлкам в гавани Портленда. Поезжай туда и вздрючь его как следует. Забери его тачку, перекрась её и отгони в мой гараж. Запомни, парень, избил, унизил, поимел. Как дела, парень? Джоуи Леона Синдана хочет потрахаться со своей подружкой вместе. Сгоняй за ней в Хэбберн-Хайтс и отвези ее к нему в гараж в Трентоне. Но учти, этот район контролирует Диаблос. Не мешкай, член Джоуи как брусок холодной стали, мать твою. Долго ждать не может. И да, смотри на дорогу, а не под ёбку вместе. Какой-то молчаливый. Похоже, Луиджи наконец-таки нашел водилу, который знает свое дело. Твоя большая штука опять по мне соскучилась? Сейчас придумаю, сладкая. Эй, а Джоуи, Луиджи сказал, ты свой парень, зайди попозже, есть кое-какая работенка для тебя, окей? Нет, ты слышал, какой-то мудень из банды Диаблос поставил своих гребаных потаскух работать на моей территории. Дергай в район красных фонарей и всеки ему по самые помидоры. Местные копы решили устроить задорные потрохушки в зале старой школы, что под мостом Кэллахан. Не друг друга же им долбить. Возьми тачку повместительней, собери моих самых сущных тёлок и вези туда. Поторопись, парень, их член уже на пределе. Это мой андеграунд.